Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Среда страстной недели. Именно в этот день вы можете поставить себе защиту. А делается это очень легко и просто. В течение всего дня вы должны взять стакан с водой и туда насыпать немного соли. Далее вам достаточно протереть либо порог своего дома, либо протереть коридор. Пока вы будете протирать, можно перед этим, перед тем, как протирать коридор, вы можете сказать такие слова. «Земные страсти путевые, милостью Господа нашего от меня уйдите, все беды и напасти в сторону отойдите. Матерь Божья, закрой нас своей ризой, спрячь от невзгод, Бог со мной, мой путь прямой, истина». Проговариваем 3 раза. Далее этой водой протираете просто либо порог, либо коридор. Все. Такой метод очень хорошо помогает закрепить ваше очищение, которое вы делали до, и открывает вам пути на вашей жизни. Обязательно используйте этот метод именно в среду.